каждого дня жизнь. Наш тренер работает со своим возрастом. За этой минуты тренировки их ждет приятный сюрприз, но об этом немножко позже. Поехали! Поймал, манишку отдал, подержи! Молодец, он в домике! Встречайте! Игроки основного состава «Динамо»! Так, мероприятие классное было, дети просто в восторге. Они всю неделю ждали этого, ждали, кто к ним придет. К нам все, с нами работал Дима Бага. Как мне кажется, такие мероприятия должны быть проходить почаще, потому что ребята ходят на футбол, уже, скажем, немножко познают этот мир футбольный. И сегодня футболисты основного состава поиграли, и, конечно, впечатление их просто сумасшедшее. Я сам смотрел, наблюдал всем этим. Вилки, они были радостны, они были довольны, они хотят еще, еще, еще. Тут фотограф раздавали тоже, не отлипали от Димы. Поэтому самое главное, что дети были, дети остались счастливы, они очень довольны, мне кажется, это самое главное. Хотел бы, чтобы такого рода мероприятия не проходили почаще. Нет, это не все знают. Супер, честно, очень положительное, потому что детишки, видно, с таким энтузиазмом, с такой вот, ну, энергией играют. Для них, наверное, это как бы большое событие сыграть на Брестском, на центральном стадионе города, на классном стадионе. То есть, ну, я видно, в их глазах горит прям желание. Это очень классно. Я надеюсь, что из этих ребят, там, дай бог, большинство будет очень хороших футболистов. Сколько, ты думаешь, важно им вот увидеть не только там, не знаю, поле, стадиона, газон, но и вот футболистов, их, которые каждую неделю, там, через неделю играете здесь? Ну, я думаю, это важно для них, потому что они, многие ходят, как мне говорили, на стадион, переживают за них. Конечно, им приятно коснуться, грубо говоря, до нас, пообщаться, поиграть. Потому что, когда я тоже был в их маленьком возрасте и ходил на какие-то игры, мне всегда было интересно посмотреть, как это происходит, тренировка, просто пообщаться. Поэтому, я думаю, это очень классная акция, которая 100% должна быть всегда. И, ну, я увидел, что дети просто с огромным позитивом уходили, потому что может быть лучше. Ты вспомнил, твое детство, у тебя какие были кумиры? Понятно, они выходят для вас, для них это вы кумиры, а у тебя... А у меня брат, наверное, 9 лет разница, Леха играл тогда, я видел, когда был маленький на всех тренировках, ну не на всех, на многих тренировках, на многих играх, поэтому я тогда так особо, скажем так, за Лешей следил, как бы понятно, по понятным причинам, поэтому, наверное, брат мой, Леша был. Для детей это огромный праздник был. Они почувствовали себя футболистами, выходили на поле. Для них это просто сумасшедшее впечатление, как я считаю. И даже для меня, выходя на это поле, хотя сам не играл, прекрасно даже потренироваться. К нам подключился Михаил Гордичук, человек с открытой душой, с ребятами сразу нашел взаимопонимание. Начали друг друга где-то подкалывать даже. Ну, очень было интересно.